Так, всем привет, привет. Вставайте, давайте, будем блины или оладьи, посмотрим, что будем готовить. Так, хочу что-то оладушек. Так, вот стакан молока, я его вытащила заранее. Кефир-то я забыла вчера. Два яйца. Яйца. Так, это правое, это левое. Меня только смотрят жирные и толстые, семимесячные. Блины только, а для кто худые, на диете вам нельзя смотреть блины. Ребят, короче, чего? Вчера соседка пришла и говорит это. Нет посылки. Говорю, как? А мне Галина с Израиля маленькую посылочку. Ну, презентик так выслала мне. Спасибо большое. Чайная ложка соли, а это соли, да, и это, ну, у нее отслежка идет, и у меня отслежка идет в телефоне, тем более я там оформлена, мне только номер телефона сказать, и мне выдадут. Надька говорит, нету. Как нету? Надь, видишь, Кондрово 31-го вышло, 1-го уже в Жилетово, восток это востолько. Но сказала, нету. Она сама еще подтверждает мне, что нету посылки. Да, и она ко мне вчера подошла. Я звоню сейчас и говорю. А вы не скажете, ну, поздоровалась, вы не скажете, почему моя посылка 8 дней у вас лежит, и вы ее не отдаете? Она говорит, как не отдаю? Я говорю, ну, вы же принимаете товар, вы же фиксируете, принимаете. Где квитанция? Она говорит, как фамилия? Я говорю, Балакшина Ольга Валерьевна, адрес говорю ей. Она говорит, нету, как нету? По номеру телефона посмотрите. Я ей называю нету телефона. Как нету? Меня оформлено. Мне, говорю, посылки каждый раз идут, и я по номеру. А трек называете? Я называю трек. Там трек другой совсем, с Израиля. Ой, правда, она вот она. А как вы, говорю, вам пришли посылки, вы как их не фиксируете в этом, как его, в компьютере? Она мне нет, чтобы извиниться, я на ее жалобу сейчас по электронной почте напишу. Нет, чтобы извиниться. И номер телефона мой нашла. Она говорит, ой, да, вот он номер. Нет, чтобы извиниться. Она говорит, ой, у меня народ. Какой народ? Я ровно в 10. Она только пришла в 10, открыла. У меня народ. Я ей покажу народ. Нет, чтобы... Надя придет, я ей отдам. Вот два яйца туда, стакан молока, соли. Не знаю, соли, может, мало. Но я с этим хочу. У меня сметанки, варенья нету, девки. И нет, чтобы извиниться, она это, того самого. Надежда говорит, придет, я ей отдам. Ну как такая невнимательность? Приходят посылки, письма, их же надо фиксировать. Правильно, девки? Что здесь под дурака косить? Ну, муку я на глаз бросила. Мука у меня пшеничная, хлебопекарная. Вот такая я. Она дешевая, 52 рубля, 2 килограмма. Я в магните ее беру. Вот это хорошая мука. Вот так, девки. Девки, я дрожжей не добавляю. Я гашу, как нас научила, и это Татарстан, узбечки, нас научила узбечка, как делать горячую воду и соду гашения. Я пельмени еще сварила.
Сейчас пожарю. Вот стакан воды налью, кипяток. Там идет у меня, ребят, съемка. Вот так, девки. На стакан горячей воды столовая, ой, чайная ложка соды. Вот смотрите, как он. Видите, реакция идет. Реакция идет, видите, погашение соды горячей в кипятке. И выливаем. И все. И перемешиваем. И постоять надо. Сейчас я перемешаю. У меня есть и это мешать, и венчик такой. Я еще в этом видела венчики. Маленький, такой хорошенький. У одной бабы я на ее подписана. Она... Сейчас, девки, перемешаю. Хватит два яйца-то или еще. И все, сейчас поставлю и 15 минут. Пока все выму и уберу. Ой, вот она. Два яйца, стакан молока, кефира не было. Был бы кефир еще лучше. Ну, забыла, девки, забыла. И это чайная ложка соли. Ну, хватит. Так, стакан молока, муки на глаз. Потом это два яйца я, стакан молока, два яйца размешала, чайная ложка соли без горки. А потом все перемешала. Стакан кипятка. Вот я вам показала кипятка. Стакан кипятка. Туда кипяток, ложку чайную, только не сверху, соды, и все, и это загасить, она будет булькать там. И выливаем вот в кашу, в эту смесь. Смесь выливаем и пускай стоит. И все, сейчас я буду эти спеку. Оладушки, вот оладушки у меня. Хотите... Блины тоже так же. Я суду. Я никакие не дрожжи. Ничего. Я всегда суду. Вот научила узбечка Татарстан. Она нас научила. И я теперь так вот. Все, я оставила. Будет она того самого. Минут 20. Чтобы это настоялось. Сало вытащила, чтобы разморозилось. Вот так. Вот такие дела, ребятки. Вот так я, видите, хромаю. Ну, пойдет. Идет там съемки. Идет. Сейчас я все уберу. Кофе сделала, пускай остывает. Ой, девки, а масло забыла туда налить. Сейчас, девки. Ой. Девки, забыла масло налить. Вот оно. Туда еще в тесто масло надо.
Вот видите, она набухает у меня. Ой. И все. Тесто набухает, девки. Видите, гладенькое все. Девки, я на глаз. И вы не знаю, там весы берите. У меня весов нету. Я тут раз хотела купить весы. Думаю, а зачем они мне нужны? Ну, зачем? Во, видите, какое гладкое тесто. Оладушки сделала. О, ни одного комочка нету. Комочка. О, видите, какое тесто. Стоит сейчас сковородка. Я в новой сковородке, которая хорошая, дорогая. Я в ней. Так, ну давайте, ладно. Сейчас покажу блины.